Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня, наконец-то, мы делаем в казане баранью лопатку, но это уже будет настоящий казан на костре. Баранья лопатка в казане будет готовиться в красном вине. Вот такое очень вкусное, ароматное, сухое красное вино будет помогать нашей бараньей лопатке быть очень мягкой и аппетитной. Погодка великолепная, тишина, птички поют, соловьи, вороны. Все очень классно. Для приготовления я использую вот такую хорошую жирную лопатку вместе с голяшечкой. Вот такая хорошенькая. Из специй я буду использовать тимьян, можжевельник, черный перец, орегано, кориандр, зиру и сумах. И, конечно же, соль. Сейчас я все специи и пряности разотру в ступке вместе с солью. Немного натру ими баранью лопатку. Казан уже прогревается. Вернее, очаг для казана прогревается. И мы начнем. Я растер все пряности в ступке вместе с солью. Какой божественный аромат. Аромат костра, аромат свежеразмолотых специй. Хорошенько посыпаю лопатку. Лопатка жирная. Этот жир весь вытопится. Лишний. И само мяско будет очень вкусное. На дно казана я положил вот такую решетку, для чего у меня внизу будет красное вино, а мясо будет на самой решетке, чтобы оно не касалось к стенкам, и если температура будет плавать, не слишком оно прилипало. Красное вино. Аромат восхитительный. Укладываем сюда баранью лопатку, вот так. Сверху высыпаем все специи. Друзья, я так торопился собраться и выехать, чтобы сделать такую вкусную, обалденную лопатку, что забыл взять вытяжную дымовую трубу для казана, поэтому дым будет идти из отверстия в казане. Накрываем крышкой. Сейчас начался очень легкий дождик. Такая красота, дымок голубенький, ароматный, бокал сухого вина, дождь и птицы. Послушайте. Прошло полтора часа. Уже косточка на голяшке оголилась, это хорошо. Соус из вина вот так упаривается. Я вина сюда немного подлил. Теперь я уже буду доливать немножко воды. Чуть-чуть, как будто бы мы льем вино. Вот так. Совсем другое дело. Вот, прекрасно. Давайте заглянем, что здесь делается. Отлично. Соус из вина еле-еле булькает, как раз то, что нужно. Теперь уже можно перевернуть. Рулька. Вернее, не рулька, а голяшка. Сколько вытопилось жирка. Попробуем.
спокойно. Мяско очень нежное вот здесь сверху на лопатке. Я просто слышу, как оно мягусенькое, но очень горячее. Моросит очень маленький дождик, но тишина, прекрасная погода. Так уже все готово. Да. Я сейчас попробую из другого кусочка, который должен быть более жестким. Вот отсюда. Там, где побольше пленочек. Мяско уже достаточно мягкое, но сами пленки, вот эти сверху, которые я не снимал, они еще жесткие. Я хочу, чтобы они хорошенечко размягчились, поэтому пусть пока еще вот так еле-еле мяско томится. Друзья, баранья лопатка томилась на медленном огне в казане 4 часа без 10 минут. Температуры были самые мягкие, самые щадящие. Какой аромат! Вот так мяско еле-еле булькает. Уже большая часть жирка из бараньей лопатки вытопилась. Все именно так, как я и хотел. Все идеально. Голяшка. Я выкладываю мяско на поднос, накрываю его крышкой, и оно будет отдыхать. В это время я почищу казан, и мы приготовим обалденную вкусную молодую картошку с восточными пряностями. Друзья, мяско отдыхает, казан уже прогрет, у меня в руках бараний жир. Но это не чистый бараний жир, это те специальные остатки после того, как я приготавливаю домашний маргарин. Как сделать домашний маргарин, ссылочка вот здесь вверху, смотрите. А это именно та часть, которая не очень вкусная и не очень съедобная. Я ее использую как фритюр. Это очень вкусный и ароматный жир, но он хорош именно для жарки. Сейчас жир хорошенечко разогреется. Я думаю, меня плохо видно. Сейчас жир хорошенечко разогреется. Все это потому, что я забыл все-таки выхлопную трубу для своего казана. Бараний жирок прогревается. Я пока приготовлю очень вкусную ароматную приправку для молодой картошечки. Для этого я использую черный перец горошек, зерна кориандра, а также зиру. Кориандр и черный перец я уже размолол, добавляю сюда зиру. И слегка раздавлю, чтобы она раскрыла свой аромат. Жир в казане прекрасно разогрелся. Главное, чтобы жир был хорошо разогрет. И картошка была сухая. Картошечка у меня меленькая. Как запел. Обожаю этот звук. Картошечка жарится уже 8 минут. Отлично подрумянилась. Главное жарить картошку на максимальном огне. И выбирать, чтобы она вся была одинакового размера. Маленькая картошечка уже полностью готова, поэтому я высыпаю соль с приправами. Еще 1-2 минутки, чтобы приправки и соль хорошенечко пропитали картошечку, и вытягиваем. Друзья, наконец, самый приятный момент – это дегустация. У нас сегодня баранья лопатка, приготовленная в красном вине в казане на костре.
Антураж – это молодая жареная картошка в казане на бараньем жире. И, естественно, это сухое красное вино. Оно очень ароматное и очень благородное. Я очень люблю именно голяшки, потому что в голяшке заключается сама суть барашка. Барашек уже отдохнул после того, как мы его достали из казана. Все соки в нем разошлись, ароматы хорошенечко переплелись. У мяса очень богатый и сильный аромат вина, а также специй. Попробуем. Мяско в руках просто разваливается. Голяшка – это очень жесткая часть. И именно сейчас я ее ем, как будто бы мягкое желе. Именно в казане она приготовилась очень вкусно. Мягусенькая и вкуснютенькая. Очень вкусно. Голяшка – это вообще супер часть барашка. Попробуем что-нибудь отсюда. Мне нужен нож. Попробуем кусочек мяска именно из лопатки, из самой ее толстой части. Вот здесь жирок, который очень хорошенечко вытопился. Все пленочки, какие были, должны быть очень мягкими. Внутри мяско. Вот еще одни пленочки. Попробуем эти пленочки вместе с мяском. Очень мягко. Попробую самую верхнюю часть с жирком. Да. Даже самая верхняя, самая плотная не шкурка, а пленочка, которая должна раствориться только при очень длительном приготовлении. Она очень мягкая, по текстуре как будто бы картофельная кожура сырая. То есть ее можно легко разжевать, она очень мягенькая и вкусная. А что же у нас с картошечкой? Картошка с кориандром, и зирой, и черным перцем. Прекрасная хрустящая корочка, мягкая серединка, такой идеальный баланс текстур. И, конечно же, зеленый огурчик. Все это отлично дополняет красное вино. Послушайте, когда прекратилось вот это чавканье, такая тишина, как поют птички. Отлично. Друзья, я очень долго хотел приготовить баранью лопатку в вине в казане на костре. Наконец-то это свершилось. Результатом я очень доволен. Очень вкусно, обалденно, особенно в таком романтичном месте. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь внизу, вот здесь рядышком колокольчик, нажимайте колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Пишите комментарии, что вы думаете, и помните, кухня – это самое спокойное место.